Ребята, а вы знаете, что я добавляю самых активных подписчиков в друзья? Если ты хочешь оказаться в списке моих друзей, то все, что тебе надо сделать, это проявлять активность у меня на странице ВКонтакте, лайкать посты, оставлять комментарии и репостить эти же посты. Ну и в конце дождаться, пока я тебя добавлю. Так что, друг, я жду именно тебя и надеюсь, что ты зайдешь и подпишешься на мою страницу ВКонтакте. Всем здарова, дорогие друзья, с вами Косов Лейзин Джонс, у нас рубрика «Когда Бесть Онлайн», это битва Эугуадоров. Всем здарова, чуваки. Ребята, сегодня мы приехали в заснеженный городок Тревора, чтобы найти сегодня 3 крутые тачки. Соответственно, в этом нам помогут 2 Эугуадора и 8 минут. За 8 минут мы должны найти 3 крутые тачки, соответственно, одна тачка идет на одно испытание. После чего, как мы уже нашли наши тачки, мы быстро тюнгуем и уже проводим испытания, хоть которым мы уже получили баллы. Но, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, не ленитесь, поставьте лайк, новогоднее, ребята, настроение. И, естественно, подпишитесь на канал. Вот, для вас это несложно, ребят. Так что давайте подписываемся на канал, ставим лайки и пишем комментарии. И давайте так, сможете ли вы за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал? Давайте, ребят, все, время пошло. 1, 2. 2,5, 3. Если вы поставили лайк и подписались на канал, то вы сам крючок. И я уже желаю приятного просмотра, а мы начинаем. Друг, я знаю, что ты не подписан на мой канал, а ты знал, что таких, как ты, 66%. Это безумно много. С каждым днем это число увеличивается, и это надо как можно быстрее остановить. Давай так, сыграем маленькую игру. Условия очень простые, и я надеюсь, что ты их сможешь выполнить. Сейчас же посмотри, если у тебя кнопка подписки горит красным цветом, то это неправильно. Жми на нее быстрее, чтобы она стала серой. Так ты выиграешь в этой игре. А чтобы стать самым крутым победителем, нажми на колокольчик и поставь лайк данному видосику. Братан, я верю именно в тебя. Я надеюсь, что ты поставишь лайк, подпишешься на канал и оставишь сейчас топ креативный комментарий. Давай, друг, я верю именно в тебя. Вся надежда только на тебя. Ну что, ребята, мы уже, в принципе, готовы выезжать. И, Лёха, ты готов? Я готов. Смотри, у нас есть 8 минут, и за 8 минут мы должны найти 3 крутые тачки. Так что, братан, желаю тебе удачи. И 1, 2, 3, погнали! Ну, братан, все, время пошло. И, честно, вот помнишь мое желание, которое я загадал? Помню. Всегда выигрывать. Вот я тебе сейчас выиграю тоже в этой серии. Нет, не буду, естественно, проигрывать. Кстати, ребята, вообще, напишите в комментариях, что вы загадывали на Новый год. Потому что лично я загадывал 500 тысяч подписчиков в этом новом году. Да. 500 тысяч. А ты еще, Леха, загадывал. Ну, давай тоже такое желание загадаю. Не надо такое же желание. Ну, окей, 500 тысяч подписчиков, но... Ой, я перевернулся! Ай, пошел нахрен. Ну, ты что, мне дверь еще сломал? Ты говнюк маленький. Это тебе так и надо, понял? Да, это мне так и надо. Но я понял, братан. О. Зеленый гоблин. Че это такое? Что, ребята, за минуту практически нашел тачку. Братан, да это кибертрак какой-то, я не знаю, какой-то внедорожник очень крутой, похожий на кибертрак. Все, я его забираю. Я его забираю. Он капец какой тяжелый, ребята. Это просто жесть. Его еле-еле везешь. Это просто жесть. Я его, мне кажется, буду вести очень долго. А, уверен. Да не надо, братан. Лучше уйди. Лучше уйди. Лучше уйди, я тебе сказал. Не стреляй. Я тебя сейчас убью. А, блин, я еще забуксовал, капец. Капец, братан, вот что ты натворил? Из-за тебя... Специально тебе так и вот надо. Ты маленький какой-то, смотрите, ребята, вот мешает мне всегда. Так, ладно, ну-ка давай еще раз подцепляйся. А, он не подцепляется, что? А, все, братан, я его подцепил и опять везу на спаван. Так, ну, братан, на 6 минут 30 секунд остается. Что? Ты сейчас охренеешь. Че ты тоже что-то нашел? Да. Че ты нашел? Я нашел Брутус из арены вар у Тревора. В смысле? В смысле? Алло, какой нахрен Брутус? Блин, ребят, вот это, мне кажется, нечестно. Просто Брутус против, вот, допустим, вот этой тачки. Вот это просто будет жесть. У Брутуса там тараны всякие есть, там штуки. Да. А вот у моего только пулеметы и то ручные надо. Блин, капец, братан, ну это жестко. У нас, кстати, 6 минут уже остается. Блин, я везу эту махину, это просто трэш. Она очень тяжелая. Давай, так, и вообще, Брутус. Где? А, это на спаун. И, братан, что ты вообще еще хочешь сегодня найти? Вот, кроме Ренуар. Суперкар самый быстрый. Супергар, ну, братан, я бы, наверное, уже хотел арену вар найти, потому что так как ты ее нашел, я бы хотел себе тоже тачку из арены вар какой-нибудь, допустим, тот же доминатор. Не, Иси Классик это такое себе. Не. Иси Классик так себе. Да, о, кстати, вот это прикольно, вот это прикольно. Припаркованный, вот это жалко. А, ну, блин, да, вот это реально жалко. Так, ну, в
В принципе, я думаю, то, что я сейчас найду суперкар. Вот, допустим, да, на свалке. Вряд ли, там... ты нереально найти его. Нет, тут нереально, но не знаю, братан. Вот мне кажется, то, что я сегодня найду какой-то суперкар. Надо выезжать из этого городка и уже ехать куда-нибудь за город. За город? Ничего себе. Ну, я не знаю, возможно, все же есть какие-то мажоры, которые тут катаются, в принципе, и... А у них есть такие дорогие тачки. Ну давай, удачи найти тебе. Удачи, ну вот, удачи мне пригодится сегодня. Так, у нас, кстати, уже 4 минуты 55 секунд остается. И я поехал в самый конец города, ребят. Так, ну-ка, может тут что-то, тут ничего нету. Кстати, вот, я тоже хочу сейчас за город выехать, посмотреть, какая тачка там вообще есть. Да? Ничего себе, ну, блин, братан, так как у нас сегодня, кстати, зима, мне кажется, какие-то зимние тачки может найти, может, какой-нибудь внедорожник, допустим. А просто всегда есть внедорожник. Ну, кстати, да, вот у меня тоже внедорожник, надо, но мне кажется... Надо два внедорожника найти. Да-да-да-да, знаешь, такие внедорожники, у которых есть такие ковшики для снега? Ну, для снега. Чё? А, какие внедорожники? Ну, типа, не знаю, машина, можно так сказать, которая снег убирает. Уборочные, что ли? А, да-да-да-да-да-да-да-да, такие вот. Вот, можно такие, в принципе, найти. Давай, забирай. Так, у нас 4 минуты 11 секунд остается. И, честно, я не вижу ни одной тачки. Так, ну-ка, может, надо съездить в гараж Тревора. Потому что мне кажется, то, что в гараже Тревора что-то там есть. Потому что, блин, ну все же там всякие ништяки и так далее. Так, тихо, заворачиваю, господи. Опа. Чё у тебя? Братан, я нашел какой-то спорткар. Это чуть такое. Так, я его, наверное, все же возьму, потому что я не видел еще ни одной тачки. Так, о, кстати, прикольненький спорт. О, стоп, а что это такое? Ребят, вообще напишите комментарий, что это вообще за тачка из реальной жизни. Потому что это, как я знаю, ты тачку нашел? Париак. Да-да-да-да, я нашел тачку. Какой-то... Как так быстро-то? Париак, ну да. О, братан, ну в принципе у нас 3 минуты 3 секунды остается. Это, ну, достаточно мало времени. И так я что давай. Вторую тачку еще. Привожу только вторую тачку. Так, ну-ка, может тут что-то есть, тут ничего нету, я врезался, капец. А, кстати, мой Брутус, можешь посмотреть, стоит. А, Брутус, а, кстати, да, вон, ребят, смотрите, там его Брутус такой ладно, стоит. Ладно, я не буду себе никакие парики брать, я возьму себе внедорожник-пикап. Внедорожник-пикап, ну, кстати, да, прикольная тема, мне кажется. Так, оставляем нашу тачку вот так вот, опа, все, ребята, о, кстати, смотрите, она прикольная, как припарковалась. Так, все, братан, я, значит, сейчас должен заехать в гараж Тревора, посмотреть, что там есть, потому давай, что, мне кажется, заезжай. Там что-то годненькое, что-то крутое, что-то такое мощное прям, ну-ка, ой, закрыл гараж, так, ну-ка. Закрыл гараж? Тут пусто. Ничего нету, тут ничего я нету. Я так и знал, там редко. А, я подцепил тачку нечаянно, чё? Братан, это было... Всё, просто нет, я нечаянно все же подцепил, я проезжал мимо, и она тоже проезжала мимо, я ее нечаянно подцепил. Так, ну-ка, ребята, блин, честно, нам надо тачку из Арены Вар, в принципе, можно взять вот этот вот грузовик, можно так сказать, полицейский такой броневик. Полицейский броневик, точно, хорошая идея, Паш, бери его. Хотя я вот помню, вроде как у тебя на серии мы его воровали, и он оказался просто ужасным. Да, он слабый очень, и вроде как с первого раза взрывается. Так, ну, братан, у нас, в принципе, 2 минуты 9 секунд остается. Я, в принципе, ничего особо-то не вижу. Ничего себе, братан, этот недалековато ли тебе не будет? Ну нет, это соседняя деревня тут. Ну, братан, но это все равно, мне кажется, очень долго будет, пока ты туда доедешь, пока найдешь тачку, пока ее довезешь, братан, это уже будет как минимум 3 минуты, мне кажется. Ну, у нас ладно, остается минута 47. Минута 47 у нас остается, так. Пикап, кстати, может, стоит. Тут что-то заспавнилось? Ну-ка, тут развалюха какая-то так стоит. Вообще, знаешь что, я бы хотел вот идеально... Формулу 1 найти, но это невозможно. Ничего себе, ну это жестко, это мне кажется надо какой-то. Это надо в Лос-Антос ехать. Да, это в Лос-Антос надо ехать, где-то возле казино там искать и так далее. В принципе, тут особо-то ничего нет. У нас тут такие маленькие тачки спортивные, ну суперкары прям вообще это жесть. Время увеличить, я до Лос-Антоса доеду. Да не, братан, не, я не буду тебе делать поблажки. Давай. Не-не-не, братан, это слишком, мне кажется, жестко и вне правил. Вот, это уже не будет, мне кажется, что, считаться. Нашел, я не нашел, у нас эти минуты уже остается. Так, ну-ка, может, тут что-то есть, тут ничего нету. Так, ну-ка, тут какая-то развалюха еще. Ну, в принципе, ребята, это можно посчитать как тачка из Аренвар. Она еще в стоковом виде. И, ребята, вообще, эта тачка Ретро. Блин!
один. Ха-ха, братан. Да, это Бигфут, он очень, ну, он сейчас в очень фиговом виде выглядит. Смотри направо, там я тоже вижу тачку себе. Где? А я что, ничего не вижу там? А, тихо, врежусь. Нет, блин, я врезался. Так, а, я вижу, да, какой-то там лох едет там. Она, ну, лох там фиолетовый такой, розовый. Ну, братан, у меня тачка покруче, мне кажется, будет. У меня Бигфут такой жесткий. А что у тебя? У меня, Формула 1. Врёшь ты некрасивец, я знаю. Ладно, так, у меня Мерседес новый. Какой новый Мерседес? А, GT из Ренвар или... Какой? Не знаю, какой-то новый. Какой? Ну-ка дай. Чё? У меня вообще-то развалюха сделает твой Буртус сегодня, братан. Все, у нас время вышло, и давай посмотрим наши комплекты. Значит, сегодня у тебя тачка такая суперкар. Кстати, где ты ее нашел вообще? Я что-то не понял, я ее не видел. Я нашел ее, я из города выезжал в сторону Лос-Анджелес Кастом, там она ничего себе, ну красавчик, ладно, окей. А ты, значит, нашел у нас такой прикольненький Мерседес из будущего, нашел Брутус из Ренвар и нашел прикольненький, кстати, пикапчик оранжевый. Потом я нашел Парях, нашел, ну, Бигфут, можно так сказать, да? Он сейчас в таком виде и нашел Кибертрак. И, ребят, вообще, напишите в комментариях, какого набор лучше. И вот честно, ребята, мне некоторые друзья говорят, то, что Парях это самая быстрая тачка по вообще максимальной скорости. И, ребят, сегодня мы сравним, какая тачка быстрее, Парях или же новый Мерседес. Так что давайте, ребята, уже прокачаем наши тачки и перейдем к испытаниям. Ну что, ребята, у нас уже первое испытание, это гоночка. И, ребята, сейчас мы сравним Парях против Мерседеса. Вот сейчас Леха уезжает, но я знаю то, что да, эта тачка может многое, братан. Сейчас эта тачка тебя просто догонит и разрушит тебя. Вот смотри, просто я тоже сначала думал, то, что эта тачка такая фиговая, там, да, но потом, когда я ехал на эту гонку, я просто охренел! Охренел от жизни, я просто перелетел сейчас. Это было жестко. Так, тихо. Тупой бот. Блин, что там происходит? Капец, база? Он просто спойлер мой застрял между машин и. Так, ну-ка давай, да, Парях, я верю. Тебе спойлер убирай, слушай, пускай. Да, ну мне мешается. Кажется, да, все же спойлер мешается. И. Так, ну-ка, аккуратно. Так, ну, братан, я уже разгоняюсь, и прям очень жестко, мне кажется. Так, ну, давай, тихо. Я чувствую реально скорость. Так, ну тут очень много трафика, и надо быть бдительным и очень я аккуратным. Уже прям, каждую тачку объезжаю, капец. Да, ничего себе. Так, ну у меня вот спойлер, вот это, наверное, самая большая проблема этой тачки. Так, ну-ка, давай. Давай, я на трассу съезжаю. Ты на трассу? Блин, спойлер гребаный. Тихо. Так, ща, давай. Братан, ща я буду тебе по колесам тогда стрелять, потому что ты уже меня зачем? Бесишь. Так, тихо, давай. Это прием, знаешь, этот, нечестный. Что, нечестный прием? Ну, давай, братан. Ой, кого ты там занесло? Ё-моё, что с тачками? Чё с машинами? А меня слышно, да, папа? Да, нормально. Капец, чё за бред? У меня... Я случайно провода себе задел, у меня чуть комп не вырубился. Чё? Едем. У меня какая-то вообще проблема с тачками, блин. Но, братан, мне кажется, ты меня уже не догонишь. Не-не, там повороты сейчас. Реально поворот. Так, надо немножко так... Полный привод притормозить. Рулит. Ну да, полный привод, конечно же, рулит. Но, братан, мне кажется, пока что ты меня особо-то не догоняешь. Так, тихо, дрифт. Нифига ты дрифтишь, вот это дрифт. Чего? Дрифт! Нет, кусты. Паша, я обогнал. Капец, да? Спасибо, я не знал. Так, давай, родненький. Братан, мне кажется, сейчас тебе конец будет. Не, размечтался. Что это такое было? О, я просто вижу тень, которая летит. Капец, ну это жестко, ребята. Все же на заднем приведении, особенно со снегом, это просто, мне кажется, трэш. Так, давай. У тебя... реально! Я кого-то сбил. Ты меня спас. Он да, мной хотел братан, я тебя, кстати, догоняю. Я тебя догоняю! Да что ты творил? Нет, ты что натворил? Я чуть не упал. Я тебе не начал подрезать, братан. Да, конечно. Капец, вот из-за этого просто спойлера, этот спойлер просто, ребята, столько много проблем приносит. Это просто жесть. Никогда не ставьте большие спойлера. Это просто жесть. Так, ну-ка. Надо маленький. Надо маленький. Силу, знаешь, такую сделаешь. Ну, это да. Но вот из-за этого спойлера у меня просто все ветки, все цепляется просто за этот спойлер. Это просто трэш. Так, ну-ка, давай. Нет, я уже тут, мне кажется, не догоню тебя, просто не возьму финиш. И, мне кажется, Леха уже получает свой первый балл. Вот просто, блин, дикий спойлер. Это просто трэш. Леха, получается, у нас первый
балл. Получает ее на счет 1-0. И давайте, ребята, уже перейдем к нашему второму испытанию. Ну что, ребята, у нас уже второе испытание. Это водная сумма, ребят. Смотрите, нам надо скинуть нашего оппонента в воду с этого Аверласа. И, ребят, то у нас, в принципе, последний остается на Авиносу. Получает свой первый для кого-то второй балл. И, Леха, ты готов? Я готов. Тогда давай, братан, счет тебе просто будет конец. Ты понял? Что Брутус самая жесткая тачка. Ну, братан, не знаю, не знаю. Ты просто посмотри на мою тачку и потом уже что-то про свою говори. На тебе. На тебе. Мне кажется, сейчас кто-то упадет. Мне кажется, сейчас кто-то упадет. Пау. Пам-пам, парабабам, пам-пам, парабабам. Опа! Что это за чур. Блин, я нечаянно не в ту сторону использовал боковой рывок. Пошел нахрен. Тихо, все под контролем. Да, все пока. Ха-ха, братан, да. Я получаю свой первый балл, братан, и у нас счет 1-1. Так что давай перейдем уже к нашему второму раунду. Ну что, ребят, у нас уже второй раунд, и Леха, ты готов отыгрываться? Я готов. Ну тогда давай, братан, сейчас тебе просто погнали. Будет конец. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда, сейчас на тебя напрыгну. Нет! Видел? Тихо! Это жестко, это улетел, было жестко. Улетел. Так, тихо, 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 не трогай меня, не трогай. Опа. Добивающий! Какой добивающий? Какой еще добивающий? Так, иди-ка вот сюда. Такой же сейчас... ты видишь воду. Ну, конечно, 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 конечно. Ну, конечно! Да, конечно. Улечу. Так, ну давай, иди, давай, теперь мой черед. Ну так. Я, братан, сейчас я тебя в космос просто запыльну и все. Да, это фигня. Это фигня. Ну давай, братан, иди-ка сюда, сейчас ты у меня получишь. Ты здоровый, ты не проехать нигде не можешь. Да, да, ну давай. Пау. Нет, не взорвался. Здорово. Пока. Ха-ха-ха, братан, это было изи. Я получаю свой второй балл на счет уже 2-1. И давайте, ребята, уже перейдем к нашему третьему раунду. Ну что, ребята, у нас же третий жесткий завершающий раунд. Леха, ты готов? Погнали! Погнали, братан! Сейчас я тебя просто разнесу. Давай, иди сюда, иди сюда. Сейчас мы. Братан, мне кажется, ты сейчас улетишь. Мне нет, кажется, ты сейчас игрок. Полетишь. А, не, все же не улетел. Иди-ка сюда, иди-ка сюда. Так. Ты какой прыгун, прыгун, кузнечик ты маленький, иди красный сюда. Красный кузнечик, мама. Красный кузнечик, ничего себе, братан, ну ладно. Куда прыгнул? На! Опа! О, на крышу. Ничего себе, ты на крыше остался или ты где? Да, буду от тебя прятаться. Ты ж какой, смотрите, на крыше там он. Буду на от тебя тебе. Прятаться. Опа, неплохо. Нет! Братан, мне кажется, сейчас это кто-то упадет. Прием. На! Все, братан, ты упал, и сейчас, мне кажется, будет добивание. Смотри, добивание через раз, добивание два, тебя. Три, на! И добивание потом тебя, на! Ну, братан, ну посмотрим, посмотрим, давай. Пока, братан. На! Кто первый? Братан, первый. Ты первый упал, я получаю свой третий балл, ребята. Просто изи вышли с поражения на победу, ребята. 3-1, ребята, счет. И давайте перейдем уже к нашему третьему испытанию. Ну что, ребята, у нас уже последнее испытание. Это последний высший Илья. Смотрите, у нас сейчас будут агрессивные танки. И кого, в принципе, первого уничтожают, получает 0 баллов. А кого последнего, тот получает последний свой балл. И, Леха, ты готов? Я готов. Тогда, братан, можешь уже ехать. И на счет 3 погнали. Мы раз, два, три получаем звезды. И я что-то не получил звезды. Я получил. Я, блин, забыл выстрелить танк. Ну-ка, все, я... 5 звезд! Нет! Фух, танк по мне не попал, это хорошо, и лучшие ребята сейчас давай гнать. Давай, нет, я один на один с ним. Пожалуйста, не стреляйте, мистер что танк. А зачем ты к нему поехал-то? Братан, я нечаянно к нему поехал, так главное сейчас... Боже, еще один танк. Тут, капец. Братан, я бы на твоем месте еще один его, танк. Я вокруг него еду. Тихо, я не взрываюсь, я не взрываюсь, у меня тачка бронированная. Нет. Просто да? Какая-то засада, ребята. Просто какая-то, мне кажется, засада. Это просто трэш. Я, получается, проигрываю в этом испытании. Лёха получает свой второй балл на счет 3-2. Да, тебя взорвали. Блин, ну, ребята, это вот согласитесь, это реально была полная засада. Потому что, блин, просто танк с одной стороны, танк с другой и танк с третьей стороны. Это просто трэш. Короче, ребята, я сегодня побеждаю все же в серии со счетом 3-2. И, ребята, можете меня поставить в комментариях, поставить лайк данному видосику, подписаться на мой канал. На канал Лёхи, ссылочка будет на него в описании. Поставьте колокольчик. Я вас очень сильно прошу поставить лайк. И, естественно, не забудьте, ребята, подписаться на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Ну а с вами был Флейзинджел. Всем удачи, всем пока, народ. Всем пока, чуваки.